луковицы тюльпанов перезимовали, а теперь пришло время разбудить малышей и готовить их к высадке в грунт. Какие стадии подготовки проходят луковицы тюльпанов перед высадкой весной в грунт? Когда лучше провести посадку? Как правильно сажать тюльпаны для чайников? На эти вопросы и еще немного больше вы узнаете, прослушав сегодняшнюю аудиостатью. Высадка тюльпанов весной в грунт. Садоводы знают два периода посадки луковиц тюльпанов в грунт – весна и осень. Какой из периодов лучше всего подходит для высадки тюльпанов, зависит от желаемой даты цветения. Высадка тюльпанов весной в грунт даст поздние, летние, осенние, украшающие букеты под конец цветочного периода. Условия для высадки тюльпанов весной в грунт. Температура воздуха выше 10 градусов, почва прогрелась на 80 сантиметров. Для укоренения луковиц есть 25 дней в запасе. Весенняя посадка тюльпанов предполагает подготовку луковиц, поместить посадочный материал в холодильник на сутки, вынуть и разложить на подоконнике. Стратификация ускорит прорастание луковиц. Перед посадкой в почвенную смесь обдать раствором марганцовки и просушить бумажным полотенцем. Крайний срок посадки луковиц тюльпанов весной – апрель. Прорастают тюльпаны из луковиц быстрее в отдельной почвенной смеси в контейнере, чем в открытом грунте. После появления стрелки можно перенести луковицы вместе с земляным комом. Для того, чтобы у тюльпанов после весенней посадки было достаточно сил для закладки цветоносов, соблюдают все агротехнические приемы, как заставить тюльпанов цвести. Как правильно посадить луковицы тюльпанов в грунт? Перекопать участок на 25 см вглубь. Внести органику, гумус и песок. Сформировать лунки. В одну лунку поместить до 10 луковиц. Избегать использования препаратов на основе хлора. Уход за луковицами тюльпанов после высадки. Агротехника ухода важна не менее, чем посадка. После высадки тюльпанов весной в грунт нужно несколько раз за сезон подкармливать посаженные луковицы. Хватит трех подкормок – до первых всходов, в период цветения и после него. Как часто поливать тюльпаны в грунте? Поливать луковицы после прорастания нужно исходя из расхода 10 литров воды на метр квадратный. Чем выше цветочная стрелка и больше закладывается бутонов, тем больше объем воды по 40 литров на метр квадратный. Дополнительно опрыскивать тюльпаны не надо, но для того, чтобы сберечь запасы воды в грунте, нужно удалять сорняки, предотвращать появление паразитов или развитие болезней. Периодичность по мере просыхания почвы. Выгонка луковиц тюльпанов весной. Для выгонки луковиц тюльпанов весной нужно подготовить почву, увлажнить и напитать удобрениями. Перед посадкой луковицы очищают от кожуры. Также нужно внимательно смотреть их на наличие дефектов. Плохая луковица не будет развиваться, а только займет место здоровой. Выгонку луковиц тюльпанов весной удается провести на свежей почве. Прошлогодний субстрат уже не подходит. Во-первых, он может быть заражен от прошлых посадок, а во-вторых, истощен. Стратификация при температуре от 17 до 22 градусов ускорит выгонку. Завершить процедуру поможет базовый уход – полив, подкормка, рыхление и прополка почвы.